И телефон уронили. О, молодец, знаменитый свист. Ой, молодец, Эдик, молодец. Молодец, молодец, Эдик. Молодец, ой, молодец, ой, молодец. Ой, молодец, Святослав, молодец. Ой, молодец, умница. Молодец. Ой, в шариках, Светик. Один раз сдавленный шарик. Чего не можешь? Сейчас папа поможет. Yeah, mom, it's me.
Вас снимает папина камера. Папина камера вас снимает. Молодец, Святослав. Чё ты там поёшь, Светик? Дзюбанзе пришла. Пришла Дзюбанзе, Светик. Снимаю Дзюбанзе. Вот она, Дзюбанзе пришла, да. Опа, опа. Молодец, Святослав, молодец. О, вот он, летающий по
водяному ковру. Вот тут еще гости пришли. Это он тоже. Это тоже он. О, Дима Дзе пришла. Отлично. А, писк, смотри. Вау! Вау! О, классное видео, Святослав. Святослав, как, хорошо, вам понравилось? Водяной пол. Веселее, давай еще, веселее так. О, а то был какой-то сонный потуже. А теперь встряска, ура! Вышка, да. Ой, а у вас видео здесь. Нажмите стопом. Сятик кушает. Сятик кушает. Сятик. Зеленый попугай.
is an only popogun. Только. Кушай, Сётик. Сётик, да. Кушай. На тропинке. Да. Встречу. Верю. Здравствуйте. Высокий звук, что возможно у тебя такой высокий звук. И поэтому моя вера в сыгольную шко. И она срабатывает. Да, вера. Она срабатывает. Сядик, а ты попищи, Сядик. Я верю. Сядик, попищи. Сядик, попищи. А еще? Я верю, что вот 39-летний мужика. Мужика есть. Я записываю, как вы пищите. Кто так хорошо пищит? Светик, я записываю. Дарик, не подходи. Тогда тебе не будет видно. Светик, я же записываю. Сам попросил, сними меня, как я пищу. О, Дарик, слышу, пищит, молодец. Слышу. Ой, слышу, пищит господин Дарик. О, слышу, как пищит, здорово. А господин заказчик, Святослав. Точно хотел снять, как мне, как ты пищишь. Да, Святик, выходи из двери. Из себя. Нет, выходи из двери. Из себя. Нет, из двери. Из да себя. Да нет, Святик, не из себя, а из двери выходи, Святик. Из себя. Святик, нет, нет, не из себя, из двери. Из Святик, себя. Выходи из двери. Из двери, из двери, а я тебя покусаю, из двери, на, из двери, из двери, из себя, из себя. Не, из двери, из двери. Из себя. О, нет, нет, из двери, Святик. Себя. Святик, выходи из двери, не из себя. Из себя. Ай, Святик. Из себя. Из двери. Из себя. Не, из двери, Светик. Из себя. Нет, какой из себя? Из двери выходи. Из себя. Из себя. О, нет, из нет, выкатывай шар из Дарикиной кровати. Нет, нет, не выкатывай. Нет, нет, не выкатывай. О, нет, Светик. Из Дарикиной... А, выкатил. Нет. О, дух противоречия. Ах, выкатил. Ну, ладно. О, нет, не вкатывай. О, ты вкатываешь опять. О, нет, Святик, нет. Не на... вкатил в Дарикину кровать. А теперь не выкатывай, Святик. Не выкатываешь? Нет.
А кто же будет выкатывать теперь, Светик? Папа будет выкатывать. Эх, папа будет выкатывать. О, нет, нет, не выкатывать, это же папа будет выкатывать, Светик. Нет, а, выкатил, эх, папа собирался уже выкатывать, а Светик меня опередил. Ладно. У-у! Ой, Светик. Светик, не вкатывай шар. Нет. О, нет, нет, не вкатывай, нет. Не надо вкатывать шар в Дарькину кровать. О, нет, 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 Светик, не вкатывай. Не вкатывай. О, в Дарькину кровать не вкатывай шар. Нет, нет. О, нет, 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 не вкатывай. А, Дарик смотрит, в его кровать вкатывает шар, который бабуля Валя покупала. А, нет, не вкатывай, не вкатывай. Дарик смотрит. А, о, нет, нет, нет. А, вкатили шар в Дарикину кровать. Дарик в шоке. Нет, ты не в шоке. А, давай, а победный писк теперь. Молодец, Дарик, поможешь? Писк. Ладно, папа поможет. О-о! Вытащил шар. Так легко, прям двумя руками. Ну-ка, отойди, я тебе зафоткаю победителя. Молодец. Победитель. О, Дарик довольный. Себя и себя. Нет, нельзя из себя выйти, из двери. Нет, Светик. Нет, нет, не, нет, нет. О. Себя и себя. О, нет, и нет. Себя и себя. Нет, нет, Светик, нет, не говори. Себя. Нет, не говори. Бочка Глафинова. Молодец. О, молодец, молодец. Здорово. О, медленный круговой хоротрез. А прямой. Здесь еще прямой меня ждет. О! Да! Папа любит рок. И хоротрез. Это рок приема. А писк. Еще. Молодец. Давай спели. О, Дарик, помощь Дарика. Помощь Дарика. Молодец. Помощь Дарика. Здорово, молодец. Нет, нельзя из себя выйти. Себя. Нет, папа ошибся. Я хотел из двери, чтобы ты вышла, а сказал из себя. Из себя. Нет, не говори никому. Нет, нет. Из себя. Нет. Из себя. Нет, не говори. Нет. Из себя. Нет, нет, нет. Из себя. Нет, не говори из себя никому. Из себя. Из себя. Нет. Себя. Ну из себя, ну ошибся папа, да. Я хотел сказать из двери, а как ты можешь из себя выйти? Никак. Из себя. Нет, Светик. Из себя. Нет, не говори, нет. Себя. Из себя, да. Вот сказал. О, нет. Вот папа сказал. Ой, какой писк классный. О. Давай посмотрим. Общение с Майей, как общение с астралом. Он может быть правду сказать, а может и пошутить. И направить не туда. Но это легко проверить, Май. Если тебе вызывает радость, значит все правильно. И покой. А если не согласны, тебе вызывает диссонанс, то значит... Значит, Майник сказал неправильно, и по диссонансу можно проверить и сделать просто по-другому. Это у тебя внутри цензор.
нравится, значит, он не нравится, значит, права ты по вот этому диссонансу. И он видит три реальности, среднюю, плохую и высшую. Можно попасть на то, на то и на то. Он всегда прав, но бывает, он дает из разных дверей, из разных реальностей, получается, перемешение реальностей. Путаница небольшая. Но тебя все равно отправят туда, куда надо. Но бывает, ты две двери зайдешь правильно, а в третью ты зайдешь до него правильно, там говорит, а что ты не туда. Бывает сразу, а бывает туда, через 50 лет, да. Ну, не через 50, но потом тебя направят все-таки в третью, но тебе на третьем путем придется побегать, типа такого, или над всеми тремя. Слушай свое диссонанс и радость. Он не обманет. Кто пищит у нас? Тебе. Ну, Дарик, кто пищит у нас? Кто пищит у нас? Такой хороший. Ну, Дарик, ты пищишь или нет?